вкусный свежий салат из морковки, капусты белокочанной, вареного яйца и свежего зеленого огурчика, плюс жареная рыбка. Все это моется, чистится и режется, если уже не было так сделано производителем. Яйцо варим, чистим, рыба уже была готова. Теперь стоит все это смешать и добавить соус по вашему вкусу. Вышло очень питательно, интересно и необычно, и вкусно. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Внимание главное обратите. И всем, конечно же, пока. Много интересного ждите в будущем. Вкусный свежий салат